Сегодня у нас Elden Ring. Ей! Прекрасные новости, Михаил. Прекрасные новости. Сегодня, глядишь, игру закончим, если тормозить не будем. Короче, мы вчера Микелу, соответственно, завалили. Взяли у нее катану, подточили катану, оценили ее спецудар и больше ничего, потому что, ну, там не так много урона от этой катаны. И я вам обещал, якобы это самое, сегодня штампануть драконерса ледяного, да? Было такое. Ладно, давайте дракона завалим так. А дальше, когда пойдем, уже, наверное, я вернусь к щиту. Вот кровоточащие враги. Ой. Ой. А чё так больно-то? Собрались? Да блин. Ой, вот это плохо. Блин, вот такие удары просто на пол хп. Очень опасные. Надо было, кстати, через защиту поставить. Нормальная. Изи. То есть без смертей, да, все-таки? Договорились? Столько сорей душ получили. Драконье сердце. Хватит поддаваться, говорит, травливали. В храме драконьего причастия, в храме появилась новая драконья сила. Я, кстати, с этой механикой вообще не заморачивался. Итак, давайте тогда, если прям вот мы тыкаем без смертей, вот прям договорились, что без смертей, я достаю свое надгробие, я беру во вторую руку какую-нибудь пушку. Бросок является в видениях. Может, убьешь финального босса катаны, даже до неуважения класса, так сказать. А это, кстати, это катана, разновидность катаны. Кто это у нас тут? Опачки, неужели финалка? Давно пора, знаете, столько всего. Похоже на очередного защитника Древа Эрд. Несчастного. Обозленного, опаленного. Давно не виделись, Маргот. А мы знакомы с ним? Так. Да, мы его убивали. Угу. Дорогой... долго и тяжелый бы что-то там было. Погашая душа воительницы. Душа, лишенная золотой благодати. Знай, кольцо Элден покоится совсем близко. Ну, еще проведи меня туда. Так.
К несчастью, я вернулся. А к чему несчастье, не понимаю? Что ты драматизируешь? Чтобы вновь удостоиться встречи с ним. А что, у вас двое, что ли, будет? Я не понял. Кажется, он будет с этим, с Олегом воевать. У него киса как... Ибо имя мне Готфри. Я первый повелитель Элдена. Начинает играть эпическая музыка, настораживает. А ты в курсе, что физика меня не пробьешь? Я выпью за твое здоровье. А, это не физика. Понял. Кажется, киса сейчас выйдет. Ой, ну один ты ничего не умеешь, да? Ой, красиво материализуется. О-о-о. Вот и все. Что все? Ты заслужил добрую службу, Сирош. 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 Страшно. Сереж. Не, Сереж, не надо. Да. Сереж. Сереж, за что? Так, ну что у нас тут? Довольно. Я осыпал тебя милостями. Кого ты осыпал? Надо выпить две бутылки мне успеть до того, как начнется экшен. Че, с блидом сейчас будет какая-то замута? Выдыхай, бобер. Теперь я буду сражаться как Хорукс. Я не знаю такого. Воитель! Warrior! Блин, ну ты, конечно, пафосный чувак. Ага. Ага. Захват хорош. Не убей меня тут. Не надо убивать меня. А, у меня защита как раз была. Ничего себе. Эй, тихо. Ничего себе. Охренеть, вот это да. Ковыряй его, Миш. Отважная погасшая душа. Такая сила делает честь любой правительницы. Я так жму две кнопки, ты не понимаешь. Блин, даже жалко, потому что мы не успели посмотреть даже движение, его нормально. Вот эти вот чарджи, броски эпические. Там люди, знаете, сотни часов босса вкладывают, чтобы пришел бобер со щитом с этой... который просто поглощает всю физику разом. Сознанием механика. Ничего не почувствовал опять. Так, ну я передаю привет экспертам, как бы, которые наверняка этого босса тоже с первого трая вслепую за это самое. Фира говорит, что ты вообще как нубас играешь? Где Таурен... Где она, видимо? Таурен Стэнкар...
Что это такое? Какой план после Элдена? Не знаю. Он держит мою дугу. Вот где можно было дугу полутать. А кто это такой? Такая, извините, я не увидел вашу верхнюю часть пока что. Ой. Ну, здесь очень похоже на какой-то магический урон. Молнии, магия. Кто это? Смотрю на ютубе, потому что ГГ до канал стрим останавливает на самом интересном смысле. Хорошо, что в курсе держишь, синевик. Это Радагон. Какой-то гон. Так. А, это брат Малики. Ах, ты не дождался, да? Ой, вот это плохо. Ай, ну ясно. Вот этот захват. Ничего себе ты умеешь, как... А чё по выносливости не могу понять? Ой-ой-ой-ой-ой. Ля какой, а? А, вот и вторая фаза. Ё-моё! Нана. Да как так ты вообще пробил? Как пробил? Миш, доковырил. Что с лицом? Фазы там вторые, еще, может, третьи, четвертые. Где тут? Что? Вставай. Просто никаких перекатов, никаких мувсетов. Держишь правую кнопку, держишь щит поднятым и все, и смотришь как... Но захват две жизни мои собрал. Привет. Ой. Ой-ой-ой. Титульная тема заиграла, кстати.
Ну это волшебно просто. Все, музыка визуальная. Ой. Да ладно, две бутылки на него. Зверь Элдена. Что-то с ним не будет просто, мне кажется. Ой, а чё, хилки-то уже больше нет. Это, похоже, финальный. Так, ну это сложнее, потому что мне нужно сначала одного затыкать, а потом с этим еще разбираться. Погнали. Серьезно, прям три раза надо будет. Да, реально, сейчас надо будет этого сначала... Серьезно! Кажется, не работает блит, поэтому, возможно, придется... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, захват все равно сработал. Я выжил. Вставай, Михаил. С одной бутылки затыкали просто. Следующий. Добрый вечер, у меня какие-то флешбеки. Да-да-да, уже игру заканчиваю. Мы сегодня затыкали уже несколько боссов. Но сейчас финалка. Вот это вот червяк, как какой-то космический. Я не знаю, что это за... Нифига себе. Да, но здесь, видимо, надо...
Капец. Ну, у меня с коня нет. Капец, вообще. Красота-то какая. Ай-яй-яй. У, что это? Ой. Он показал просто мув, тоже с захватом. Такой фаталити. Ну, смотрите, это на Гената, она... У нее часть урона не проходит, к сожалению, из-за... Ну, того, что блит, кровотечение не работает. Поэтому я попробую вернуть тыкающее копье. Ну, и надо убрать вот эту вот штуку и поставить... А что поставить там? Резисты можно поднять на физические, там всего у него много... Можно армор тоже на средний заменить для того, чтобы... Да, то самое копье, да, то самое копье. Не, ну а чё, какое ещё есть? Может быть, там есть более удачное, но... Я не знаю. Попер челлендж, да. Не, ну финальный босс как бы с первого трая сложновато. Погнали. Где блок-то, алё? Чё это такое? Не надо перекатываться, Миша, это не твое. Вставай, выпивай, щитом блокируй. Да, бутылок уже потратил. О, Данте, спасибо. Я не знаю, кто его еще тыкает в этой фазе, когда он массово колоссальный урон наносит. Ну, видимо, я. Можно было не терять, суки. Спасибо большое, Данте. Почти 2 года вместе. Ей.
Но я с 4 бутылками прихожу к этому. А часть... У него много магического урона у босса финального. То есть там, там как бы перекаты... Ну, например, это огонь. Это, похоже, магия. Это вот физический урон. Это черт его знает какой. Красиво. Ой. Что это такое? Уже было разок такое. Охренеть. Ну это простой удар, да? Дэл, точнее, J33, спасибо. Всем привет, не успеваю за стрим. Еще 23 части не посмотрел. Вот сижу, думаю, или сейчас вживую посмотреть, или по порядку. I need to. Спасибо тебе. Держись. Это захват? Нет, это... Блин, как же красиво, капец. Да я... Я уже ждал, когда эти закончатся. Блин, какая же она классная, вообще, вообще. И ты смотришь, такая красота, просто вот эта вот грация, и ты поднимаешь голову, смотришь, там небо, все, в... прям, дизайн. Арчер переживает, говорит, да нафига ты перекатываешься, просто держи щит! Хилок надо больше, брат. Кондрате поддержал. Кондрате, спасибо. На 100 рублей сообщает, это ж сколько пульта с такого червя начинает. Сейчас первого затыкиваем спокойно. Вообще не почувствовал. О! Просто тыкается. Просто затыкивается. О, ладно. Да, конечно. Домой. Выпьем же за это. Просто,
просто затыкивается. БГГшник поддержал ваш канал на 500 рублей. О, БГГшник, спасибо тебе. Все части в записи канал выживал. Спасибо за эмоции. Спасибо. За спасибо. Я не перекатываюсь. Это не удар такой. А нет, назад. Ёпрессе, не успел. Что это? А, это продолжение той атаки. Да куда ты, слышишь? Нифига себе, я блок держал. Он сейчас перекатывается сам, я держу блок. Захват. Я катился! Живой. Спасибо, как говорится, что живой. Ай. Красиво. Перекатились мы с вами, а? Да, здесь лучше блок продолжать держать. Что он все равно блочит. Ну, 6 бутылок, блин. Ой. Я зевнул. Что это, блин? О, вы видели, как я перекатился? Как царь, просто как царь! Хамирус, привет. Просто волны перек... Да ё-моё. Одна бутылка, блин. Одна бутылка у него еще. Я не знаю против некоторых движений, типа против вот этих вот колец. Они сами не дэмэджат, но... Или дэмэджат. Кажется, они блокируются нормально, там чисто физический урон. Но они стягивают тебя в центр. Лисарус говорит, о, Михаил Final Boss отравит, это точно зашел. Не трая, я убиваю. Что там, пятая попытка. И уже близко. Специально, Лисарус, для тебя покажу, как проходится первая фаза. Мы почитали гайды, посмотрели видео, как надо его убивать. Там тайминги, перекаты. По сути, у него около 9 ударов. Есть схожие. И в целом все довольно понятно. Если там... Ну, короче, сейчас покажу. Там
Довольно хорошо можно эвейдить практически все его удары. Показываем. Смотришь? Вот это самый сложный был. Ой. А что-то блок не поставился, я не знаю, что. Я даже... Ну, блок... Нет, подожди. Тут просто блок не поставился. Блин. А слабо вообще без флашек к финальному пройти? Да не слабо, просто долго. Миша, пора читать чат во время боя. Да-да-да, сейчас будем. Сейчас здесь был чисто баг, ребят, чисто баг был. Я держал кнопку блока, а блок не работал. Это бывает. Это недоделанная просто игра. Давайте, все, челлендж на первую, вот эти вот первую стадию. Или Сирию, давайте, читаем чатик. Надо гайд пересмотреть, что-то не сработало. Нормально все сработало. Просто багулька, ты не можешь там... Надо еще отдельные гайды по багам смотреть. Липсум поставил джойстик. Лесерус говорит, прошел босса дважды оба. Без самоуванов. Оп. Оба что там? На уровне сотого. А, сотый уровень. То есть ты перекачан еще был, да? Ясненько. Нет. Как же ты не вовремя, а? А ты сейчас на каком? Ну, я тоже перекачан. 140-й где-то так. Все, затыкли. Ну, этот товарищ гораздо опаснее, конечно. Хорошо, мы его подымем уже, кстати. Вот это, что это такое? Ну, я не знаю, как выйти за пределами. Такое величественное создание.
Ударов очень много. Круто. Да блин, как же ты достал-то, а? Не дает он к себе подойти и поатаковать. Ой, зря. Чисто физически же был урон, спокойно было чуть. Блин, опять. Да как от этого уйти, блин? С такой маневренностью, как у меня. Две бутылки, но у него тоже здоровья не так много осталось. О, хороший сет. Еще один такой же. Е-е-е! Кажется, завалили червяка. Ковыряй его зубочисткой, Михаил. Изи просто. Ну, игра супер красивая, конечно. А персонаж просто воспоминания об Элдоне, ГГ. Это, кажется, финальный босс был. 500 000 дают душ. Ля. Спасибо, чатик, за поддержку. Я еще под защитой. Стать владыкой яростного пламени. Да ладно. А могу я вообще? Я же... Я не смогу, да. А потому что я типа опаленный. Уже. Все. Какая бесславная кончина. И все, сгорел, что ли? Да ладно, такой хороший самурай был. Нет! Не для этого роза цвела наша. А, нет, живем. Живем нормально. Че, проиграл? Выиграл всех. Блин, ну в такой ситуации жениха вообще хрен найдешь. Пеплобой, да. Выход один. Фаерлорд.
Какая красота, вы посмотрите. Ну, игра, конечно, мега крутая. Мега крутая. Проработанный мир, проверенная механика DS, еще больше классов оружия, возможностей врагов, боссов просто в разы больше. Синематики, опять же, на движке игры огромное количество тоже. Так, а что? Что с кольцом? Я видел, кажется, фильм также начинался. Ультра Фикс говорит, взял, заруинил, начинай сначала. Владычица яростного пламени. Я буду искать тебя по всему свету. As far as you may travel. Это та, которая нам коня сдала? Чтобы передать тебе то, что твое по праву. Не понял. Destined. А, предначертанная смерть. Слушай, я буду одним из тех боссов, которые сидят вот на просто веками в трежере. Achievement unlock. Lord of Frenzied Flame. Лорд безумного пламени. Потому что худшая концовка, мисс Мержок против тебя все настроил. Почему худшая? Я так и планировал.